Прививочная кампания стартует в эти дни в регионе. Партия вакцины против гриппа уже поступила в Мирнинский район. Это 27 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс». На данный момент лекарство распределяется по медицинским учреждениям района. Тему продолжит Августа Степанова. В амбулатории поселка Алмазного к прививочной кампании от гриппа все готово. Первую партию вакцины врачи уже получили. График составлен, население проинформировано. Индивидуально работаем с родителями, которые иногда отказываются от прививки. Вот когда они приходят на прием, ведем беседы. Медики региона планируют привить 27 тысяч жителей до ноября. В первую очередь примут тех, кто входит в группу риска. Детство будут прививать вакцины «Гриппол», взрослые будут прививать вакцины «Совигрипп». К эпидемии гриппа в детских учреждениях начинают готовиться с начала сентября. Мы планируем привить не менее там 70% детей, это подлежащих вакцинации, что составит 2740 детей. Чтобы сезонные заболевания не приняли масштабы эпидемии и не привели к массовому карантину, к этому времени должны привить более 10 тысяч школьников и студентов. Мы начинаем сейчас уже брать согласие с родителей, с школьников, детские сады и неорганизованных детей, с тем, чтобы когда вакцина придет, уже начать вакцинацию. От инфекции защитят своих работников и медики Алроса. В октябре они начнут выезжать в трудовые коллективы. Прививочная кампания по вакцинации против гриппа проходит в нашей компании традиционно ежегодно. Мы всегда готовимся к прививочной кампании. Медицинский центр закупает всегда вакцину. Используем мы в основном «Гриппол плюс», поступление которого мы ждем буквально в ближайшую неделю. Врачи предупреждают, вакцинироваться нужно сейчас. Необходимо дать организму время для выработки иммунитета, чтобы в разгар заболеваемости быть готовым ко встрече с инфекцией. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный».